Мы играем в шахматы. Пока что учимся. Пешки как рубят? Ну, конь, видишь? Стоит. Значит, что мне? Что? Мне что? Надо... Убим конь. Зачем? Зачем? Ты никуда не сможешь пойти. Пешки, они же ходят прямо, а рубят наискось. Да. Так. Да, Кристина, наискось они рубят, только рубят. Ходить-то они сюда не ходят. Вот что ты сюда вот не хочешь пойти. Я думаю. А, что мне тут? Звон. Рубит тебя? Да. Туда назад? А где я была? Вот здесь. На одну клетку ты сходила. А как, можешь походить? Угу. Ну, походи. Я хочу ехать сходить. Отличное решение. А это? Что это? Видишь, вот у тебя зуба. Руби слона. Чем? Ну, посмотри внимательно, чем можешь рубить. Подожди, Кристин. Чем еще можешь рубить слона? Конем. Руби конем. Раз, два, три, четыре. Ты смотришь? Да. Вот я туру взял отсюда, рублю пешку твою. Мне послышалось или кто-то сказал пешку? Я сказал пешку. Нападай на туру пешкой. А ты ж меня ступишь. Почему? Пешка не рубит наискось. Рубит пешку наискось. Тура не рубит наискось. Все, я убегаю вот сюда. А мы. Вот смотри. Всем пока-пока. Подписывайтесь и ставьте лайки. И пишите комментарии. А кто победил, мы напишем в комментариях. Так что быстро туда.